Всем привет! Сегодня я запишу видео по эволюции. Это новый апгрейд наших героев, так называемый. Находится он в героях, в самом низу, вот эволюция. Суть эволюции, то есть что это такое и что для этого нужно. Первое, основное, то что нужно, это клановые, это клановый инстанс, да, это вместе с новым обновлением и эволюцией нам добавили клановый инстанс. Вот клановый инстанс, мы его уже прошли, сейчас кратко объясню принцип, как он появляется. Появляется он при полите HR дерева 5 раз, и дальше там доступен уровень сложности. Вы поливаете раз в неделю, он доступен, этот клан данж. От уровня сложности зависит количество награды, там от маленькой до высокой, и чем выше уровень сложности, тем выше нужна мощь, и также получится соответственно награда. В награде есть мешки с картами. Вы открываете эти мешки, получаете карты. Также собираете эти ресурсы. Зачем нужны ресурсы и карты? Смотрите, ресурсы нужны для дерева эволюции. Вот у нас такое дерево эволюции. В принципе, здесь у меня вообще не прокачано. Но суть в чем? Вы прокачиваете дерево эволюции так, как вам угодно. То есть вы выбираете то, что для вас будет выгоднее, и прокачиваете. Суть прокачки в последних трех, вот этих вот трех, да? То есть в зависимости от вида вот дерева, атрибута активации, вот есть атрибут активации, это в дереве эволюции. Есть еще вот внизу над атрибут активации написано слот карточки, да? Две карточки мах защиты, одна карточка доп урона и четыре карточки сокращения урона. Здесь у нас две карточки маг защиты, 4 карточки доп урона и 1 карточка сокращения урона. И здесь 2 карточки ОЗ, 3 карточки маг защиты, 1 карточка доп урона и 1 карточка сокращения урона доступна. Например, вот здесь у нас доступна просто 1 карточка атаки и 1 карточка физзащиты. И если выбрать этот, прокачать, будет 3 карты доступны. То есть вам нужно по дереву эволюции прокачать до последнего и выбрать именно тот вариант, который вам нужен. Какие карточки будут? Смотрите, вот здесь у меня доступно всего две ячейки. Карточка физзащиты и карточка атаки. Карточки падают рандомно и делятся баллами. Чем выше балл, тем лучше карточка. Карточка может давать 2 бонуса, может давать 3, 4. Есть вот такие вот карточки, например, вот. Эта карточка дает сколько здесь? 6 бонусов. Бонусы даются в зависимости от звезд. От 3 звезд, от 6, 9, 12 и 15. Но не все так просто. То есть для того, чтобы прокачать звезды, вам нужны, получается, очки эволюции. Вот я, например, возьму сейчас, к примеру, да, вот здесь. Вы усиляете, очки эволюции нужны. Но при усилении будут шанс, вероятность успеха падать ниже. И чем ниже шанс, тем меньше, ну то есть естественно шанс прокнуть, что проточка пройдет. Если не проходит проточка, шанс, не шанс, а звезда падает. То есть вот, например, мы усиляем сейчас до 7, поднялась. Теперь 60% шанс, что мы поднимемся до 8. Мы усиляем, поднялась. 50% шанс до 9, опять усиляем, поднялась. Вот мне повезло, например, я прокачал до 9 звезд. Если я бы не прокачал до 9, оно бы меня скинуло бы на 2 звезды вниз. И так каждый раз. То есть сейчас вот 40%, я вот прокачиваю, неудачное усиление. То есть сохранение идет только по звездам. Вот опять-таки прокачал, если сейчас не получится, оно скинет мне до 9. Вот 30% шанс на проточку на 12. После неудачного усиления понижение уровня до 9 звезд. Ну, можем попробовать сейчас до 9 скинуть. Да, видите? То есть сохранение идет на 3, 6, 9, 12 звездах и 15. 15 это максимум. То есть вам нужно прокачивать до 15 звезд. Но не тратьте очки эволюции. Я сейчас потратил просто, чтобы показать, почему у меня даже здесь на 15 не прокачаны. Потому что нельзя наследовать звезды. То есть каждый раз карточку нужно прокачивать заново. Эта карточка ни о чем. Есть карточки, которые дают процентные бонусы, в которых на 12 и на 15 звезд идут процентные бонусы. Я видел карточку на плюс 25% у ворота, например, за 15 звезд.
Также может быть плюс 25%, наверное, крита, либо маг защиты, либо ОЗ. То есть это вообще, в принципе, очень классные бонусы, но нужно словить правильные карточки. То есть что нужно понимать? Раз в неделю обязательно максимального уровня проходите клан инст, получаете карточки, вытягиваете эти карточки, смотрите, какие карточки вам попали, какие лучше, те и выставляете. И прокачиваете дерево эволюции. Вот, например, у меня здесь прокачано уже вот третья по счету, да, там вот дает две карточки маг защиты поставить, одну карточку доп урона и одну карточку сокращения урона, да. Я буду там целять дальше, вот по-любому нужно прокачивать до последней, вот, последнюю именно, только вот и какая вам больше подходит, то есть вы смотрите по описанию слоты карточек, то есть что вы хотите, больше защиты, больше атаки, больше хп, больше доп урона, и вот вы выбираете по вот этим вот, да, вот параметрам карточки. В принципе, наверное, в дальнейшем можно будет все раскрыть. Есть еще при вот усилении есть еще распад. Вы можете ненужные карточки, ненужные ресурсы просто уничтожить. То есть просто кинуть их в распад, и они исчезнут. И дадут вам очки эволюции. Вот. Старайтесь поймать карточки. У меня, в принципе, выпали все карточки ни о чем. То есть все нулевые. Вот 41 балл это максимально. Я видел карточку 80 с лишним баллов. Там карточки, конечно, космос. Я так подозреваю, есть и 90, и 95. Это вообще зашквар, наверное, будет. Там просто все в процентах. И, блин, такие статы будут, что просто офигеть можно. Вот, поэтому желаю вам приятного прохождения клан данжей, хороших карточек, легендарных каких-нибудь, и удачи в проточке до 15 звезд. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.